ульяновские школьники проверили свои знания в астрономии. В 31-й школе прошла увлекательная игра «Что, где, когда» по проекту «Автостопом по галактике». Всеми известную интеллектуальную игру тоже сделали тематической. Своими ответами школьники показали, знают ли они космос, звезды и планеты. Сейчас у нас проводится завершающий цикл мероприятий. Это передача, ну будем так называть ее передача, это «Что, где, когда». То есть дети здесь будут соревноваться в знаниях, полученных в ходе проекта «Автостопом по галактике». Вопросы были связаны с кинематографом, великими астрономами и существующими галактиками. Школьники были разделены на команды. Всего в игре приняли участие около 70 школьников. В нашей игре будет 3 тура по 6 вопросов. Каждый вопрос потребует не только простой эрудиции, но еще умение работать в команде, находить сложные ответы на непростые вопросы. Это будет касаться не только каких-то точных знаний, там какая самая большая планета или какая самая яркая звезда, это было бы скучно. Школьники почувствовали себя в роли знатоков, научились работать в команде и получили новые знания. Над некоторыми вопросами дискутировали и учителя. Да, эти игры очень хорошо помогают работать в команде. Я могу узнать много нового на разные темы. Победители игры наградили грамотами и денежными сертификатами. Проект «Автостопом по галактике» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Ранее по проекту школьников приглашали в мобильный планетарий, где знакомили с устройством Солнечной системы и историей космических исследований. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.